Здорово, Клэшеры, с вами как всегда я, Арман, и сегодня мы будем продолжать проходить испытания тачдауна и будем выбирать, ребят, сегодня только дешевые карты. Но перед тем, как мы начнем, давайте все вместе, как всегда, по традиции уже получим бесплатную легендарную карточку. В общем, ребят, если вы хотите получить халявную легендарку из абсолютно любого сундучка, то успевайте поставить лайк под этим роликом в течение трех секунд. Если вы это успеете сделать, то прям очень большая вероятность, что... В ближайшее время вы получите новую легендарную карточку. Так что давайте я начну отчета Вы ставьте лайкосики. Итак, 3, 2, один. Все, ребят, надеюсь, вы уже успели поставить лайки. И если это так, то ждите свою легендарочку. Можете, кстати, еще и подписаться на канал, чтобы еще больше увеличивать ваши шансы. Вот, в принципе, как-то так. Ну и, ребят, конечно, если вы хотите попасть в следующий ролик, как вот эти чуваки, то напишите свои крутые мнения в комментариях. И, собственно, возможно, именно вы будете в следующем ролике, как вот эти чуваки. Ну, а мы, ребят, давайте уже прям а, начнем. Как уже сказал, сегодня мы будем проходить испытания Тачдауна. Ну, сейчас открываем бесплатный сундучок. А, вот, ну и с дешевыми, кстати, тут можно кидать запрос. Давайте арбалета попросим у наших сокланов. А, вот, отлично. Так, Галиму можем давать, конечно же, да. Отлично. Вот, в общем, погнали, ребят, в бой. Посмотрим, кто нам будет встречаться. Если, ребят, под этим роликом мы не берем а, тысячу лайков, то я выпущу ролик, где я вообще ни одну карту не буду выбирать. Вот пусть сам комп будет выбирать. А, Карты мне, да, так что, если вы хотите, то давайте ставьте лайки, и после 1000 лайков выйдет у нас такой вот ролик. И что у нас, ребят, получился? Печка громовержец, с бандиткой и гоблиной. Ну, в принципе, выбор, ну, такой себе, потому что я бы предпочел взять... А вместо, так, можно было бы кидать, вместо вот гоблинов-копейщиков этих, вместо него можно было взять ведьмачка. Думаю, так было бы намного выгоднее. А вот, ну а так, раз уж такие пироги, то ничего страшного, в принципе. Я не против. Так, сейчас, ох, чуваки промахнулись со своим запчиком. Сейчас давайте попробуем как-то все это дело Отдефать. Да, получается, смотрите. И притом довольно-таки нехиленько получается. Мушкетка наша прорывается вперед. Вместе с бандиточкой. Так, мушкетка, ну блин, зачем, зачем? Ох, сейчас бедная бандиточка будет страдать. Так, давай, 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 давай. Ай-яй-яй. Ай! ай, ай. Ну, урона-то не несли. Это самое главное. Ну, подрывничок с выше ну. Вот, ребят, напишите, какая вот какие отличия имеют а, выше баллы и Подрывничок. Точнее, на чем похоже вышибалый подрывничок. Попробуйте написать. Я попробую ответить на а, правильные комменты. Но эти юниты очень прям похожи, несмотря на то, что один из них прям маленький и другой большой, но они чем-то хотя бы похожи, да? А, так что напишите, ребят, посмотрим, кто что думает. А вот, сейчас мы попробуем так более-менее дефаться. Ну, не знаю, ребят. Ну, вроде как получается, а вроде как нет. Просто сейчас мы что-то на месте сидим. А мушкетка сейчас у нас там будет довольно-таки неплохо дефать все это дело. Отлично. Бандитка против мага. Так. О, есть! Урона не проходит. Хотя не проходит. Без урона, прям никак вот, и наша бандиточка тоже сейчас будет отдефлена, да, получается. Да, ребят, наша бандиточка тоже отдефлена, к большому сожалению. Не получается сносить арбалет вообще. А, ой, блин, что-то я... Поторопился, получается, и сейчас вышибала, давай, вышибала, ты что-то сделаешь или нет, не, ни хренашенька не сделает наша вышибала, сейчас мы все здания дефа ставим, все, прям все здания, так, Давайте еще вот Громоверса сюда скинем О, гончарочка Ну, гончарочка, ребята, Это немножечко темы не очень Но сейчас мы попробуем Как-то все это дело дефать Гончарочку надо бы нам отвлечь сейчас И притом так нехиленько отвлечь Так, гончарочка, давай сюда а есть хорош, 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 хорош. Сейчас, ребят, еще вот бы немножечко продержаться. Было бы вообще прям а, супер. Четенько. 9 секунд. Не, ребят, не получился. У нас прям силы были ровными, прям, прям ровными. И все. А не, стоп! А, дополнительное время, блин. Я, я, я тут вообще забыл, что есть еще и дополнительное время, но мне что-то подсказывает, что даже в, в дополнительном времени мы ни хренашеньки не сможем сделать, потому что, ну, блин, каточка с Лирском, уж стрёмная. Кстати, я ни разу еще нашего дровосека не выпускал, так что давайте сейчас попробуем нашего... Дровосека тоже выпустить. Так, 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 так. Тише, дровосек. Дровосек, ребят, есть шансы, что наш дровосек пройдет. Блин, не, не проходит, к сожалению, наш дровосек. Но там Довольно-таки нехиленько коцает арбалетик вражеский. Сейчас так посмотрим, что тут у нас будет, ребятушки. То ли сможем, то ли нет. Бандитка, давай, блин, чуток не хватило нашей бандитки, чтобы она прошла. Так, тише, тише, выше болчик. Грамма вержется на прикрытие. Сейчас главное не арбалетик, так огни. О, Блин, у чуваков был голем, и они его не выпускали, серьезно. Лол. <laughs> вот же чуваки-то дают, а? Не выпускать в этом испытании голема, это просто, блин, я не знаю, что. <laughs> это я просто не знаю, что. Так, ладно, сейчас дефаем этого голема прям всеми силами. Ну да, получается дефать у нас голема, но а, блин, по сути, если так взять, то мы дефаем все карты, которые выпускаем. Надо с разных сторон прям пушить и пытаться чего-нибудь тут а, вытворить, чтобы противника, ну, как бы, заставить врасплох или как, ну, не знаю. Так, кидай, пожалуйста, фаербол, чувак, кидай фаербол. Так, бревнишка, смотрите, хорошая атака получается, бандитка проходит. Да, ребят! Отлично! Хорошая каточка, прям суперская каточка. Это одна из тех каток, ну, в которых, ну, получается, реально удовольствие, блин. Несмотря на то, что будет целых 6 минут. А, вот, ну окей. Так, сейчас посмотрим, что мы выиграли. Точнее, не выиграли, а получили. А, вот, мы получаем 2000 голды. А, получаем возможность взять квест. Вот и все, в принципе. Окей, так, нашим сокланам сейчас немножечко поможем, заодно получим халявное золото и еще разочек пойдем в каточку, чтобы играть с дешевыми картами. Ухуху, тут, ну, без вариантов. Ой, хотелось колема, ну блин, шарика придется выбирать. Так, тут у нас поскольку, ребят, поскольку они оба стоят по 5, давайте я возьму лучшую ведьмачка, а тут, блин, опять-таки да, жесткие прям, жесткий выбор, давайте мини-пеку возьмем, о а чем? Ну, не знаю, насколько правильный выбор я сделал, но... Все же посмотрим, ребятушки, посмотрим. Так, у нас... Uh, uh, эй, чё за хрень? Вроде все выбрали карты, Алё, Вы чё? Да, ребят, все выбрали карты, да чё ты комп тупит? Или как? Эм... алё! Алло! Не, ребят, что тут не так. Что-то не так. Алё, сервер, Привет. Ждем противника, кого мы ждем? Вот у вас, если такое случился, то ставьте лайк. Посмотрим. Чё это за хрень? Тачдаун с выбором карты не вмещается в окошечко. Ладно. Так. Кстати, ребят, ставьте лайк, если вы тоже любите уничтожить этого гоблина-судью. Так, ну начнем пожалуй мы, чтобы попусту не просротелик, вот так более-менее будем дефать, кидаем ядик вот здесь, ага, ядик пошел, неплохо, 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 ребят, сейчас главное дефать все это дело, так, гоблин, ох, запчик хороший от нашего сокоманника. Вот, и если гигантский скелет там сдохнет, то будет прям кирдычок всем вражеским юнитам. А чувак поторопился, поторопился. Ой, сейчас смотрите, ребят, кирдычило прям будет. Блин, бедные юниты вражеские. Бедняжечки просто так. Королевка, давай, выживай. Есть королевка, выживает, Даже, получается, две королевки выживают. И не, ребят, это прям пуш по-жесткому. Все. Чуваки не играют и не поняли, кто тут батька. Все. Точнее, батьки. или пачка. Ну, не знаю. Ладно, в общем, это не важно. Так, второй раунд. Да, интересно, яда можно его отравить? Не, нельзя отравить. Ладно. Так, голем. Вот против голема, ребят, будет, конечно, жестковато немножечко. Но мы сейчас должны... О, вот это, ребят, не к добру. Мы должны сейчас прям пушить все, потому что, ну, прикол в том, ребят, что а, если мы сейчас а, вот пропустим, то все, наши юниты мелкие сдохнут, и все. Так, давай, давай, гигант, гигант, гигант. Ай-яй-яй, давай, 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 давай. Есть. Есть. Просто эпик. Эпик, 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 эпик. Так, сейчас давайте принцессочка. Ты сможешь, чувак э э э э э Все. Отлично, есть такое дело. Дефаемся просто, ребят, по полной программе. Вы только представьте, что там было, ребят, из вражеских юнитов. Там голем. А, два гиганта, это вам, ребят, три танка. Это вам не хухры мухры Три танка просто, это жесть. Так, упускаем мартирочку. Наш ведьмачок там будет прям все на дефать, мне кажется. Да, ребят? Все, и гончарочка пошла. Ну, чуваки имели прям отличную возможность играть с Големом. Но у них что-то не получилось. Голем против нашей гончи. Ну, мне кажется, что Голем как-то лучше даже. Оп. Отлично. Они просрали свою бревнишечку. Так, гиганты от дефа сейчас. Во, нормально, сойдет. Мини-пека так беспалевно сейчас у нас с левой стороны будет передвигаться что чуваки сделают, они будут дефать все-таки. Отлично, все, затащили, ребят, получается. Затащили. Ну не знаю, мне каточка, если честно, прям очень сильно понравился. Не знаю, как вам, но мне понравились две каточки. Тут, получается, затащили. Ну что ж, ребят, думаю, на этом пора заканчивать наш сегодняшний ролик. А вот если под этим роликом, ребят, наберем тысячу лайков, то я сделаю вот еще одно фановое видео, вот где мы будем, собственно, проходить испытания и не будем там выбирать карты. Пусть ком сам автоматически будет выбирать для нас карты. Так что жду, ребят, ваших лайков. Ну, а с вами был, как всегда, я Арман. Не забывайте подписаться на канал и, конечно же, писать ваше мнение в комментариях. Всем удачи, ребята, и всем пока!